Плеханов сегодня принял участие в заседании Госсовета. На повестке дня 25 вопросов, в том числе 12 республиканских законопроектов, 6 проектов федеральных законов и 2 законодательные инициативы субъектов России. Власти Татарстана намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков к 2020 году. Об этом заявил премьер-министр республики, выступая перед Госсоветом. Сейчас в Татарстане 33 проблемных объекта. Международный аэропорт Казань в 5-й раз признан лучшим региональным аэропортом России и СНГ. Эту премию присудила авторитетная британская компания. Церемония награждения проходила в Стокгольме.